И от победы, и от поражения зависит только то, будете ли вы участвовать в дальнейших отборочных для турниров следующую субботу. А так, участвовать в отборочных для турнира через субботу и так далее будет возможность. Мы играем Я только очко думал, или там один какой-то... бой. А я думал, что сегодня последний день на следующей субботе вообще. Не, не последний. Отборочные еще продолжаются. Часть Это игроков, чуть которые... что в неделю 100-500 игроков придет и все хотят смотреть. Но не все будут участвовать в отборочных на следующую именно неделю. Определимся с чемпионом в ближайшее время. Есть еще игроки, которые будут участвовать в отборочных уже на следующую неделю. То есть не та, которая будет, а еще дальше. Ну, по идее, у нас пока только два человека осталось. Ну, вот, которые этот. Два плюс те, которые добавились. Ну, плюс те, которые добавили, да, потому что вот, который меня обыграл, его уже убили. А тот, который его убил я. Ну, тут да, тут есть некий Кстати, парадокс, поэтому будет лагает. засчитываться по количеству Лагает. этих самых, по количеству плюсов, то есть скольких убил ты и скольких убьет он. То есть у тебя в этом смысле пока что есть преимущество. Надо ему об этом сообщить, как. Сообщу, сообщу. В любом случае, те, кто выигрывает наибольшее число игроков, у них будет преимущество для участия в турнире. А выбирать участников буду я. Сильно лагает, Леха? Довольно-таки неплохо. Медленно просто все. Подтормаживание чувствуется. Ну, если достаточно играбельно, то продолжаем. Ну, Если вообще не играбельно, но, играбельно, знаешь, то... неприятно, когда строение останавливается на пару секунд и ничего не строится. Терпите. Что, мне 20 минут терпеть это? Да. Не любит меня Витя. Конечно. Диму любит меня. Если бы Дима захостил тот, который кушнир, тогда, наверное, таких благов не было. Но, увы, Димы нету. По-моему, не сильно. Им просто как участникам это все немножко по-другому. То есть для нас это замедленно, а у них могут быть фризы. Да у меня и немедленно, у меня все отлично. Ох, нет, да. Для зрителей в описании под видео будет ссылка, перейдя по которой вы сможете принять участие в турнире, оставить свою заявку. Версия, которая нужна, там тоже информация, ссылка на нее есть. Понадобится еще CDK фиксер, чтобы сравнять версию игры. Ну и также напишите мне в личку, чтобы я добавил вас в чат. Вот как классно. Строитель первый умирает. Чей строитель? Смотрим. Черного надо было топоров потому что ты тоби пехота, а топоров допустим не дома Дима, тебе нужно чуть громче говорить, а то тебя плохо слышно. Говорю, этот Синкевич призвал орков отряд, ему нужно было призывать топоров, потому что они бонус как-то выйдет отряд убил. Давно не играл. Что такое? Слушай, ты не видел сегодня бой, где чувак построил повозку с гоблинами, поехал на старт, смысле, гномами, поехал на старте, убил сразу первого строителя, второго строителя, точнее убрал гоблин, который стоил только одну яму построить. Потом он построил нового строителя, и этого строителя опять задавила повозка. То есть там повозка 4 строителя замочила, а все это время гоблин сидел с одной ямой. Шикарная повозочка. Минус 2000 врагу. Кого 2000? Ну, строитель же 500 стоит. Ну. 4 два строителя. 4 строителя на старте задавили. Первых двух и еще двух. А. 2000.
А тот успел только одну, тот я могу гоблинов построить за это время. Причем самое удивительное, он потом вытащил гоблинов. В смысле, выиграл? Да, потому что чувак после того, как повозки всех передавил, он расслабился и минут 10 воинов вообще не строил. Блин, да лагает, заколебал уже этот лагает. Не, меня вроде норм же. Меня вообще по-жёстко лагает. Это типа он отмазывается, что вы убили. Да? Давай, позже тебе покажу. Да я-то вижу. Ты слишком далеко просто поставил зал на минет. Блин, это карта на двоих, не очень близко бежать. Да я не отпожимал, что все. Да ты все, да, да. Хотя, ладно, у меня есть последняя возможность. Хотя. Ну посмотрим, что у тебя есть за возможность. Mm-hmm. Она такая слабая, но надо ли. Ну, туда же, по-моему, герои не занимают, нет? Так что... Не знаю, какая тут может быть разгона. Я все-таки надеюсь на него, хотя я знаю, конечно, что он немного умеет. Посмотрим. Ну, если натиск не ослабнет, то это ничем не поможет. Я сила Ангмара. Ну, что это за трусливая девка? Против этого, понимаешь, встречи. Ну, противника ты как минимум задержал. Только надолго ли? Контроль над бродами потерял. Я исполняю волю короля чародеев. Я здесь. Да, походу недолго он будет стоять. Да что за хуйня? Минус герой. Я сражаюсь за Ангмар. Да, похоже, слишком уже. Может, сегодня не стоило отборочно играть. Может, стоило завтра сыграть отборочное. Помни, для тебя это не последнее отборочное. Ну, знаю. Ну, как-то. Он как, вот как только отборочное, так я херовая игра. Как только вроде бы пофанится, так все получается. Ну, 2 на 2 это одно. Почему? 1 на 1. А 1 на 1 это другое. И разные карты. Вы же там не часто на изинских бродах играете. Ну да. Блять, уже лаги.
Везде эти батьки. Ты можешь сдаться, если видишь, что проигрываешь окончательно. Потому что уже все видно. Всем. Витя, удаляй запись. Но чем очевиднее поражение, тем слаще будет реванш. Можно, короче, притвориться, что ты полный нуб, первый раз сыграть очень слабо, а потом... Так я и есть. Противник будет думать, что, да он вообще не умеет играть. А ты, я не умею играть, я этой игре уделяю минимальное внимание. Вот теряй крепость, внимание. Теряй, Лёха. Крепись. Удаляйте сразу. Я немножко не понимаю, почему они светятся желтым. В смысле, они получают тизер сам. Там герой, который пусть сам дает. Я учит их визит. Ну, потому что он выглядит так же, как он. Это, конечно, Галдар. Вон, у него рыжая. Он так. Я знаю, кто тут Галдар. Я не могу его. А вот я вижу. Все, поздравляю! Фэткэта с победой. Спасибо. Первая победа на пути к участию в турнире. Дайте еще с кем-то поиграть. Без проблем. Тут один такой игрок сидит. Сейчас могу устроить ваше сражение. Я жму.